Сегодня вот такая погодка. Решили на лыжах затестить. Кстати, у нас там внизу вообще дождь идет, но тут хоть снег. Тут так все развивается, Holiday Inn даже вот отель строится. Вот такая еще погодка. Но внизу там уже вроде нету тумана такого. Вот тут еще южный склон, это противоположная сторона. И тут уже получше видимость. Вот такие тут районы катания. В принципе, можно катнуть. Вот такие склончики. В принципе, рабочие, народу не так много. Но когда сезон, говорят, не стоит сюда ехать. А так вот покататься можно. Видимость налаживается. Проверяем все районы катания. Вот такую хрень что-то я не понимаю. Что это такое? Массаж что ли? Или катапультирование резкое? Нашли какую-то трассу. Типа спецовка. Интересная, кстати. Наваливать можно. Короче, тут проблема. Пошел снег. Я завтра хотел с утра уехать. Но ребята говорят, не уезжать. Потому что завтра будет крутая катка.